включился именно сейчас, потому что сейчас начнется самое интересное. Это Comedy Club KZ на седьмом! И сейчас с удовольствием сюда, на сцену, я приглашаю наших друзей, наших гостей и наших коллег из московского региона. Гавра и Олег! Comedy Club KZ! Продвинутые города, продвинутые города, продвинутые города, продвинутые города, продвинутые города. Добрый вечер, Казахстан! Добрый вечер! Пошел он! Привет! Здорово! Привет, Рома! Привет! Привет! Кыш-кыш-кыш! А, кыш-кыш-кыш, выходи! Добрый вечер, Казахстан! Добрый вечер, Казахстан! Самая лучшая страна из тех двух, в которых я бывал. Давайте проверим, кто здесь сегодня присутствует. Зрители, которые перед телевизорами сидят, тоже реагируйте. Давайте поаплодируют только мужчины! Ну так себе, так себе. Теперь давайте поаплодируют только девушки. 2 секунды я почувствовал себя Димой Биланом. А теперь поаплодируют все остальные. Есть да и ладно. Такие. Да, да есть ладно. И такие. Спалились неожиданно, да? Покажите их а крупным планом. А я с ними за руку хлопался, когда шел. И кто-то на диванах перед телеком тоже захлопал. Да. Единички такие. Слушайте, друзья, а есть люди, которые выпивают, пьют сегодня? Есть такие? Кто пьет вообще? Поднимите руки. Поднимите руки, кто пьет. Давайте поаплодируем им. Чем отлично. Больше вы бухаете, тем больше вам нравится наш юмор. Слушайте, а есть такие, кто вообще не пьет? Вообще не пьет. Поднимите руку. Есть такие? Отлично. Друзья, давайте поаплодируем. Наркоманы тоже люди. Миниатюра называется «Первое свидание». Леночка, Леночка, ты такая красивая. Мы так с тобой похожи вообще. Ты так любишь меня, мне так нравится, что ты меня любишь. Ты еще любишь мои стихи. Я сам их ненавижу, а ты их любишь. Я тебе прочитаю еще одно. Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Лен, Лен, ты че? Лена! Первый сексуальный опыт у меня такой был. Следующая история посвящена обычному, абсолютно бытовая история, случай в продуктовом магазине. Представьте себе, Олег Верещагин, симпатичная продавщица. Сложно представить, но представьте. Это вот те закричали, кто остальные сейчас. Итак, симпатичная продавщица Олег и я, обычный покупатель. Девушка, здрасте. Здрасте. Будьте добры, пожалуйста, шоколадку, коробку конфет, пачку чая и вон ту бутылочку вина. Я говорю, шоколадка, конфеты, чай и вон ту бутылочку вина. Девушка, я что-то непонятно объясняю вам. Коробку конфет, пачку чая, шоколадку и вон ту бутылочку вина с той полки. Вот с этой полки что-то брать будете? У нас вообще большой магазин. Слушайте, а давайте я вам из-под прилавка что-нибудь продам, а? Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, Казахстан. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, Comedy Club. KZ. Олег. Гавр.
президент, приверженец интеллектуального юмора, любитель новостей и киноафиш. Встречаем Дарханджа! Ваши аплодисменты! Молодцы, молодцы. Новости шоу-бизнеса. Нагима Ескалиева упала на кафель и сломала себе кафель. Мел Гибсон в школе писал мелом, а когда не было мела, писал гипсом. Айкын Төлепберген так часто выступает на тоях, что голос у него появляется только при запахе бешбармака. Джеки Чан прыгает с балкона, чтобы выйти из дома. Бешеная собака укусила Тимати, теперь собака читает рэп. Брэд Питт начал пить, теперь несет полный бред. Капкарашка подражает Максиму Галкину и пытается замутить с Нагимой Ескалиевой. Баян Есентаева купила квартиру на 45-м этаже, чтобы всегда быть на высоте. Юрий Куклачев поругался с женой, нагадил ей в туфли и ушел из дома. Знаешь ли ты, что у певицы Максим есть песня «Знаешь ли ты»? Спящая красавица выпила Red Bull и испортила сюжет всей сказки. Группы «Перцы» переименовались в «Болгарские перцы», чтобы хоть как-то расширить свои гастроли. Легендарная группа «Мистериос» заплатили мне, чтобы я это сказал. Ксения Собчак отказалась ехать в Казахстан, когда узнала, что казахи едят конину. Леди Гага приехала в Туркестан и усомнилась в своей популярности. Затем Леди Гага поехала в Тарас и усомнилась в своей безопасности. Куралай Нуркадилова решила открыть бутик в Милане. Это единственный бутик, где продается хортсемечки и штучные сигареты. Оказывается, Бейбет Курган перед выступлением на всякий случай одевает бронежилет. Вчера из казармы был украден постер Анджелины Джоли. Теперь у солдат вообще никакой личной жизни. Капкарашка по совету врача бросил пить, курить и петь. Ну и последняя новость. Анна Семенович купила Халык и Альянс Банк. Согласитесь, друзья, нифиговые, да, у нее банки? Спасибо, друзья. С вами был Дарханджан специально для Comedy Club KZ. Спасибо. Hey, король интеллектуального юмора и кинофиш. Дарханджан здесь, на сцене Comedy Club KZ на 7-м канале. Да, кстати, у нас сейчас реклама, а после рекламы все самое интересное. Так что не переключайтесь, мы на 7-м канале. Алло, Алена, дай мне Свету! Алло, Света, дай мне! Дай мне! Дай мне! Так ты идиот, что ли? Молодец. Поэтому будем брать зарубежных и адаптировать под наш менталитет. Да ты идиот, по-моему, да? Потому что никто не желает в этот день получить. А-а-а, не помню слов! На! Ученые говорят, что смех продлевает жизнь. Мы не ученые, но смеемся. Поэтому до сих пор живы. Это Comedy Club! KZ Style! Наш следующий резидент является самым честным, самым откровенным, а главное, самым искренним человеком в Comedy Club KZ. Ауэс Ауэсов на сцене Comedy Club!
зеркале не хлопка достанет. Эй! Ваши аплодисменты, друзья! Я бы хотел поговорить о наших супергероев. Ну, наш супергерой — это только Амантай Хаджи, больше нету. Поэтому будем брать зарубежных и адаптировать под наш менталитет. Поехали. Итак, казахский супермен. Казахский супермен сразу из Нур-Отана становится. Он сразу из Нур-Отана. Казахский супермен упал в Алмату с другой планеты, образовалась воронка, и начали строить метро же сразу же. Его миссия вселенская — просто летать по Казахстану, ну, по родственникам, и все. Едем дальше. Люди Икс. Ну, всем понятно, да, кто это? Все ясно. Так, казахская женщина-кошка. Казахская женщина-кошка — это грациозная, обаятельная, эмоциональная, толстая татешка, которая работает бухгалтером. Ее способности супергеройские проявляются только когда к ней приходит за зарплатой, и она делает. Хорошо, едем дальше. Казахская фантастическая четверка. Это малообразованных четверо ребят, которые ходят, 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 камуфляжи с надписью «Кузет». Просто ходят. Ну нет, нет, документы спрашивают. Хорошо, казахский доктор зло. Казахский доктор зло, он вот после драки все время подходит и что-то лечит все время. Что-то лечит, видишь? А казахский Халк — это такое огромное, зеленое, пьяное существо, которое шатается по клубам ночью и кафешки громит. С ним все время вот доктор зло рядом ходит. За него отмазывают все. Едем дальше. Призрачный гонщик — это наша жополицесса. Едешь нормально вот так вот, направо-налево смотришь, никого нету, раз двойную сплошную пересек, и тут сразу право прими. Эй, право прими. Спасибо большое, с вами был Ауэс Ауэзов. Специально для Comedy Club Казахстан. Интеллигент и умница Ауэс Ауэзов на сцене Comedy Club KZ. Хлопаем и провожаем. Беда никогда не приходит одна. Поэтому они всегда ходят дуэтом. Или парой. Сэм Махов и Сергей Зак. Дуэт СС. Встречаем! Добрый вечер, добрый вечер, Comedy KZ, ваши аплодисменты. Аплодисменты! Поддержите нас. Ой, спасибо, спасибо огромное. Уважаемые друзья, мы вообще любим такие сумасшедшие вещи. Итак, давайте представим сейчас ВДВшник, значит, такой ВДВшник прожженный. Отмечает день ВДВ в клубе. Как мы вообще это представляем? ВДВшник в клубе. Ваши аплодисменты, поехали. Можно с вами познакомиться? Что? На! На! Так, официант, дай-ка мне бутылку водки. Водки? Да, дай мне бутылку водки. Вот водка. На! Дай мне бутылку текилы. Текила? Да, на! Дай мне сотовый телефон. Телефон? Дай мне сотовый телефон. Телефон. Алло, Алена, дай мне Свету. Алло, Света, дай мне. Что? На! Дай мне гитару. Дай мне гитару. Гитару? Дай мне гитару. Вот гитара. Дай мне 5 минут. Не помню слов. На! Дай мне булку хлеба. Хлеба? Дай мне булку хлеба. Вот хлеб. На! Дай мне кирпич. Кирпич. Все, дай мне подушку. Дай мне подушку. Подушку? Дай мне подушку. Вот подушка. На! Молодой человек, вставайте уже. Дай мне поспать, пожалуйста. Ну что ж, для того, чтобы, так сказать, исполнить следующую миниатюру, мне нужен мой товарищ, мой коллега, мой друг. Под ваши аплодисменты встречайте Дархан Джан! On your mark, ready, set, let's go. Dance, go, go. I know, you know, I feel
It's like open my new joint. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, the honey, honey, come ride. K-N-Y, I'm up in my mind. Добрый вечер, уважаемые друзья. Привет, Архан. Ну что ж, начнем шутить. Юмор, так сказать, такой серьезный. Сейчас, политический. Да, сейчас в социальных сетях, ну вот взять тоже ВКонтакте. ВКонтакте все сидят, руку поднимите, пожалуйста. Ну все, все. Весь Казахстан ВКонтакте. Но на самом деле ВКонтакте также сидит Нурсултан Абишевич Назарбаев. Под ваши аплодисменты. Супер миниатюра. Поехали. Так, контакт, да? Хайрат! Да-да-да! Зайди ко мне! Вызывали, Нурсултан Абишевич? Да, вызывал. Хайрат, тут такое дело, я ВКонтакте зарегистрировался. Серьезно, что ли? Да. Расскажи мне про этот сайт. ВКонтакте? Да сейчас там все сидят, у нас там все сидят, у нас там весь отдел сидит. Там можно, короче, отправлять сообщения, переправлять сообщения, получать сообщения, отмечать на фотографиях. Можно получать фотографии, можно выкладывать фотографии, можно комментировать фотографии, можно выкладывать видео, можно комментировать видео, можно отмечать на видео. Также можно, короче, играть в приложение, это вообще моя любимая тема. Там покер, нарды, карты, там, знаете, все дела. Хайрат, я смотрю, вы вообще не работаете, да? Я для чего вам интернет создал? Ой, установил. Нурсултан Абишевич, смотрите, по-моему, Владимир Владимирович Путин вам что-то написал. Так. Добавь Медведева в друзья. Добавить. Добавить, да. Путин, добавить. Хурманбек Бакиев. Отклонить. Так, Джордж Буш. Да, нормально, хорошо. Добавить. Так, что здесь? Кто-то письмо написал, да? Кто это? Кто это? Это Хосни Мубарак. Из Египта, что ли? Он самый. Давай прочитаем. Давайте. Подскажите, что мне делать? Спроси у Бакиева. Точно, да. Отлично, да. Что у меня спрашивает? Действительно. Нурсултан Абишевич, а давайте мы вам статус сбацаем. Статус? Да. Ну это, знаете, мысли ваши, чувства, что вы думаете сейчас. Понял, понял. Прошла Азиада. Уф. Нормально? Отлично. Супер. Ой. Давай загрузим мое новогоднее обращение. ВКонтакт. Зачем, Нурсултан Абишевич? Ведь вся страна же видела ваше обращение. Да так, комментарии хочу почитать. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Спасибо. Дарханжан. Сэм Махов. Специально для Comedy Club KZ. Спасибо. Попрощаемся с ними стоя. И молча. В их честь названы все донерные и шашлычные нашего города. Даниэр Кебаб и Медет Казахский на сцене Comedy Club KZ. Встречаем! Если все резиденты, выступавшие до нас, объявляли свои шутки как зарисовки, миниатюры или еще что-то, да, в этом роде, свои шутки мы будем представлять вам так. Мини-спектакль. Педагог театрального училища встретился с гопником на улице. Так, поехали. Оу, сигарет барма? Так, стоп. Поворот
оценка восприятия. Что? Сигарет, бармен? Да, так стоп. Так не пойдет. Я вот в двух шагах от тебя стою, и твоего голоса не слышу. Значит, посыла нет. Вот. Понимаешь, твой голос должны слышать там, на последних рядах, понимаешь? Это театр. И вот это вот, это средство выражения кино. Вот театр. Вот он. Вот он театр. Так, давай еще раз посмотрим. Давай, попробуем. Оу! Сигарет парма. Сигарет парма. Сигарет парма. Сигарет парма. Сигарет парма. Я тебе не дам сигарету. Я тебе сигареты не дам. Я 25 лет в театре пахал. Не для того, чтобы тебе сигареты давать. Так, убери руки. Так, знаешь, почему я это сделал? Потому что внутреннее состояние человека выражается руками. Руками выражается. Вот. Так, подожди. Так, стоп. Я в твоих глазах протест вижу. Так ты идиот, что ли? Да ты идиот, по-моему, да? Нет, если ты идиот, ты завтра сходи в поликлинику, возьми справку, я идиот, и печать поставь. Вот так я тебе ничего не скажу. Я тебе тогда ничего не скажу, потому что ты идиот. Понятно? Вот у тебя вот фактура есть, голос есть. Но вот в предлагаемом обстоятельстве не живешь. Не живешь. Вот когда Сталин умер, ты плакал? Да нахрен! А я плакал! Я плакал, я сильно плакал! Потому что актер восприимчивый человек! Так. Так. Так, алтыным, мен саған айтайын. Ты не готов. Гопник не может стать актером. Нет. Так что ты подумай. А я пошел. Хорошо. Саубонс. Саубонс! Для вас свои мини-спектакли показывали Данияр Кебаб и Медет Казахский. Специально для Comedy Club. Смотрите нас на 7-м канале. Спасибо! Спасибо! Еще раз ваши аплодисменты! Мастера меняют уровень игры! Данияр Кебаб и Медет Казахский на сцене в Comedy Club KZ. Да, кстати, у нас сейчас реклама, а после рекламы все самое интересное. Так что не переключайтесь, мы на 7-м канале. Желтый, синий или зеленый, желтый, синий или зеленый. Еще раз. Желтый, синий или зеленый, желтый, синий или зеленый. Плохо вам? Лицо горит румянцем. Союз вокального и инструментального искусства. Андрей Аверин и Зураб Мато на сцене Comedy Club KZ. Ваши аплодисменты, ура! Андрей Аверин, между прочим. Зураб Матова. Ну, будем радовать вас всякими глупостями в виде карапулек. Начнем? Да. Под ваши аплодисменты, поехали! Давай.
Давайте похлопаем весне, Казахстан, ура! Часов в три ночи оказалось мало взяли. Кому-то надо в магазин бежать скорей. И все в порядке, если только вместе с нами великолепная шестерка Тимофей. Что-то я не понял. Я припомню, где это потом. Что ты припомнишь? Ты физически слабее меня. Андрюх, ты физически жирнее меня. Ты хочешь про тебя песню спеть? Смотрите, песня проверена. Разыгрался мой аппетит, как обычно это бывает. И уже с чьей-то легкой руки откусил я сразу три пальца. Ладно, припомню. А сейчас песенка из детства. У папы с мамой секс и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Когда закурит отец на балконе, значит, мне домой возвращаться пора. Не, знаешь, можно на эту же песню. Тоталитаризм и при всякой погоде пропадали люди у нас во дворах. Кого у вас? Ну, не знаю, у нас. Такая песенка «Случай в туалете». Подними глаза, сосед по писсуару, и забудь все то, что там увидел ты. И забудь о том, о чем подумал ты, можно еще. Да. Такая песня, которая нас всех объединяет. Песня про праздник. Сейчас смотрите. Сегодня праздник ВДВ. Сегодня будут танцы. И от приема в карате лицо горит румянцем. Стоят девчонки, стоят в сторонке и тупо боятся парней, потому что никто не желает в этот день получить. По лицу, вы че, о чем подумали? Ну и продолжай тему карате. Да, подыграй тебе? Мне, да. Давай. Очень добрая песня про карате. Про детство Аверина. Да-да, разговариваю. Занятия карате мы отдали им дань безумства. О боже, как лицу была тебе моя нога. Но осень на дворе, деревья в серебре, и хулиганы окружили нас. А зубы от ударов таяли, и по хлебалу получали мы. И вот лежу я с черным поясом в парке на скамье. Давай такую красивую песню споем. Смотри. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Мышца встает. Эй, мышца встает. Я еще могу. Девушкам хочу посвятить следующую песню. Я очень люблю просто женщин. Женщины, это для вас. Красотка, хорошая погодка, была бы водка. А так, извини. Кстати, Зураб уникальный человек, он пишет стихи. Вот, кстати, хочу представить ваше внимание песни на его стихи. Люди встречаются, люди влюбляешься, женишься. Мне не везет с рифмой так, что просто карбюратор. Классные стихи. Можно. Люди встречаются, люди влюбляются, лечатся. Песня про отдых. Зацепим тему отдыха. Смотри. Лондон, Париж, я там бывал. Ты пи***ешь. Че ты людей обманываешь? Где ты не был? Это был Зураб Матуа и Андрей Аверин на Comedy Club KZ. Свистова, друзья! Спасибо. У любви! Еще раз ваши громкие-громкие-громкие аплодисменты. Музыканты, вокалисты, певцы, инструменталисты и классные ребята! Точно!
Зураб Мадуа, Андрей Аверин. Спасибо. Comedy Club KZ. Их двое. Сережа и Сережа. Встречайте, Сергей Каспер и Сергей Вулкан на сцене Comedy Club KZ. Мне делать нечего, да? Я пошел от них подальше. Добрый вечер! Друзья, необычная встреча на улице. Под аплодисменты, поехали. Обознался. Ну что, друзья, мы продолжаем. И сейчас очень необычная фантазия. Сапер. Желтый-синий или зеленый? Желтый-синий или зеленый? Может быть, синий? Нет. Толик, ну что там? Сейчас. Желтый-синий или зеленый? Может быть, синий? Нет. 15 секунд. Желтый-синий или зеленый? Желтый-синий или зеленый? Толик. Ты уже 3 часа презерватив выбираешь. Я спать пошла. Желтый, синий или зеленый? Добавим немного музыки в наше выступление. Очень необычная фантазия. Диджей. Диджей в туалете. Смотрим. Записал? На сотку. Да. Следующая фантазия посвящена специально девушкам. Блондинка на парковке. Смотрим. Алло, да, еду я, еду. Пип-пип. Ой. Что ж там сзади? Ой, ничего не вижу. Девушка, 3 часа ночи, рамстор закрывается. Тележку отдайте. Тележку забирай. Ну что ж, друзья, это был Сергей Вулка. Сергей Каспер. Писали для Comedy Club KZ. Вместе с нами на Comedy Club KZ. Что еще будет после рекламы? Я ее ненавижу, но благодаря ей мы зарабатываем деньги. Так что ни в коем случае не переключайтесь. А? Смотри. Мы поэтому и дружим. В ЖГА. Встречайте, Александр Рева.
ищем, друзья. Правильно. Хайрликенш до стар. Спасибо огромное. Я правильно сказал? Я хочу выучить казахский язык. Вы можете помочь мне? Можно вас пригласить? Сюда. Для начала сюда. Очень красивые казахские девушки. Как зовут? Жания. Еще раз? Жания. Кто не я? Жани ты? Жания, очень красивая. Жания, она что-то означает? Милая душа. Какая-то милая душа. Меня зовут Артур. Он что-то... Да, что-то означает это, не знаешь? На казахском. Артур. Артур. Подальше? Подожди, ар это что? Ар подальше? А тур? Стань подальше? А я сейчас слышу, стань подальше, я раз отхожу. Артур! Артур! Жения, и стань подальше. Нет, я стань поближе. Мне кажется, Артур, это стань очень поближе. Нет? Ну, хорошо. Итак, будем знакомиться. Я здесь выписал себе этот, как его, алфавит. Сейчас, секундочку, это не то. Это адреса. Жения. Да, вот. Давай разогреемся. Еще раз. Очень короткое «а». Ну, хорошо, мы начали с первой буквы алфавита. Есть в казахском алфавите «а»? Буква есть? Значит, она самая сексуальная буква. Мы поэтому и дружим. «А». Россия «а». Казахстан «а». Дальше идет какая буква? «Э». Еще раз. «Э». «Э»? Подождите. Еще раз, только не спеши, я должен запоминать звук. Э. Э. Ну, достаточно сексуальное, да? Э. Смотри. Э. А. Видите, в русском нет алфавита такого. Э. Поехали дальше. Б. Сходится? Б. Я, кстати, видел там несколько. Б. Все нормально? Не бе, не ме. В. Есть? В. Такая. В. Ж. Вж. Да, ну ладно. Г. Г. Это некоторые мужчины есть, которые не дарят женщинам любовь, а не Г, да? Г. После Г что идет? Что это за крючок такой? А? Г. А, еще раз? Еще раз? Г. Аккуратнее, пожалуйста. Нет. Тут что-то... Да, еще раз. Но Г и... Х. Х. То есть это Г и Х, да? Х. Получается Х. А. 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 В Ж, Г, А. Поехали дальше. Д. Есть. Д. Е. Ж мы уже видели. З. Есть? И. После И что идет? И краткое? А как? А, да! Да! Принесите полотенце этой малышке. А, нет, ну, дальше. И, потом и краткое. Она так и читается, да? И краткое. Не учил казахский? А ты кто? Казашка. Да? Я думал, сейчас скажет из Пекина. Ну хорошо, итак. И К. К. Вот это что за буква? С этим. С хвостиком. Х. Подождите, мы же делали что-то. Х. А, это К, да? Как? Еще раз. Еще раз. И еще раз.
нужен врач. Человек выходит после съемок. Ну, отличная буква. Л. 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 М. М. Н. Н. Вот это? Что, у тебя болит живот или что случилось? Еще раз. Ан. Вот еще одна эротическая буква. Ан. Ан. А. Ан. А. А. Э. Ан. Неплохо. Мне вот эти хвостики я обожаю. Они такие классные, сексуальные. Ан. Молодец. О. А вот что? Что-что? Плохо вам? Нам что-то туда подсыпали. Скажи ты. Еще раз. Мягкое О. Все, я понял. Надо что-то съесть такое несвежее. И сразу я научусь. Красиво, боже, как красиво, друзья. Я выучу его обязательно. Дальше идет Э, потом П. О, ПРСТ. А у нас просто, видишь, как у нас невкусно. О, ПРСТ, а здесь О, ПРСТ. О, ПРСТ. Ух ты, ё, ПРСТ. Дальше идет У. О, О. После У идет что? А? Мягкое У? У вас такое все мягкое. А, да. Э, значит, э, мягкое. Ус, да? Ус. 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 Ха. Ха. Ц. Ц. Ч. Ша. Ща. И вот это что? А, еще буквы какие остались? Ша, ща. Какие? Какие? Э, ю, я есть? Э-ю-я. А? Мягкий знак, как он читается? Так же... Можешь прочитать мягкий знак? Сразу стало, да? А, и э-ю-я. Спасибо, друзья, спасибо за... За... Да, за открытую... За учебу, за бесплатную. Спасибо. Жания! Жания, браво. Давайте громче поаплодируем... Я тоже несколько букв разработал. Мягкая. Спасибо огромное. I like KZ. Спасибо. Спасибо, друзья. Зураб Матуа. Спасибо. Рахмет. Всегда Эрукич. Александр Рева. Comedy Club KZ. На седьмом канале. Ну а вы запомните одну очень и очень простую истину. Каждую пятницу в 22:00 вы включаете седьмой канал и смотрите Comedy Club KZ. Эй, до новых встреч, пока!